Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. В сегодняшнем видео я вам покажу, как вяжется вот такая вот ажурная дорожка. Для того, чтобы связать этот узор, нам нужно набрать количество петель кратно 18 и плюс 3 петли для симметрии. Для того, чтобы связать этот ряд, нам нужно провязать 2 установочных. Вот 21 петля. Первый ряд мы вяжем все петли лицевые. Второй ряд вяжем таким образом. Вяжем 3 лицевые, 7 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вяжем 4 раза. 2. Лицевая, изнаночная 3, лицевая, изнаночная 4. И вот петли симметрии мы вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3, кромочная петля. Теперь мы вяжем первый ряд узора основного. Вот эти 2 первые ряды повторяться не будут никогда. Так, значит так, вяжем первый ряд основного узора. Вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Лицевая за заднюю стенку и изнаночная. Так мы вяжем 4 раза. Лицевая за заднюю стенку, изнаночная классическая. 2, 3 и 4 раза. 4 раза. Дальше вяжем 3 петли лицевые вместе, классической провязываем, вот так вот, классической. Дальше делаем накид, вяжем лицевую, делаем накид. И провязываем 3 петли вместе лицевой с наклоном влево. Значит, снимаем, как при лицевом вязании, провязываем 2 вместе лицевой. И протягиваем через эту петельку. И вяжем 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Кромочная петля. Вот так. Значит, второй ряд мы вяжем таким образом. Снимаем кромочную. Вяжем 3 петельки лицевые. 1, 2, 3. Дальше вяжем изнаночную. Делаем накид. Вяжем 3 изнаночные. Накиды здесь вяжутся изнаночными петлями. Делаем накид. Вяжем изнаночную. Дальше лицевая петля. А изнаночную мы провязываем за заднюю стенку. Вот так вот. Раз. И провязываем. За заднюю стеночку. Вот так. Снова вяжем лицевую. Изнаночную за заднюю стеночку. Вот так вот сзади подхватываем петельку. Вот так. Оттягиваем и провязываем. Сейчас покажу, как можно по-другому связать. Лицевую. Можно просто взять, перевернуть вот так вот петлю. Вот. И провязать изнаночной бабушкиной. Вот так. Можно так. Так. Четвертый раз лицевая, изнаночная за заднюю стенку и 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочная петля. Так, третий ряд мы вяжем так. Вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Так, лицевая за заднюю стенку, изнаночная 1, лицевая за заднюю стенку, изнаночная 2, лицевая за заднюю стенку, изнаночная 3, лицевая за заднюю стенку, изнаночная 4. Так, дальше мы вяжем 7 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7.
и 3 изнаночные. Три изнаночные. Это у нас 3 изнаночные петли симметрии. Кромочная. Четвертый ряд вяжем таким образом. Снимаем кромочную. Вяжем 3 лицевые. Раз, два, три. Так. Дальше мы вяжем. Три лицевых, дальше вяжем 7 изнаночных, 4, 5, 6, 7 изнаночных. Дальше вяжем лицевая, изнаночная за заднюю стенку. Вот так вот. Раз. Лицевая, изнаночная за заднюю стенку. 2. Лицевая, изнаночная за заднюю стенку. 3. Лицевая, изнаночная за заднюю стенку. 4. Лицевая, изнаночная. 4. И 3 лицевые. 3 лицевые. Это симметрия. Так, кромочная петля. Так, и вот у нас что получилось. Значит, вот эти вот 4 ряда мы провязываем сколько раз по узору? Раз, два, три. И еще 3 раза. Вот так вот, 4 этих ряда. Когда мы провязали 4 раза, у нас получилась вот такая вот, раз, два, три, 4. Вот такая вот дорожка. Дальше мы будем вязать 17 ряд. Этот ряд идет на смещение. Значит, как мы вяжем? Снимаем кромочную, вяжем 3 изнаночные. Раз, два, три. Вяжем 3 вместе лицевой за передние стенки. Вот так вот, 3 вместе лицевой за передние стеночки. Так, делаем накид, вяжем лицевую, делаем накид. И 3 вместе лицевой влево. Значит, одну снимаем, как при бабушкином вязании. При лицевом 2 провязываем и протягиваем через вот эту вот петельку. Вот. Дальше мы вяжем изнаночную петлю, лицевая за заднюю стенку. Изнаночная, лицевая за заднюю стенку. Изнаночная, лицевая за заднюю стенку. Мы так провязываем 4 раза. Изнаночная, лицевая за заднюю стенку. И дальше вяжем 3 лицевые петли, 3 изнаночные петли. Это у нас уже петельки симметрии. И кромочная. 18 ряд вяжем таким образом. Снимаем кромочную. Вяжем 3 лицевые. Вяжем изнаночную бабушкиной за заднюю стенку. Лицевая, изнаночная за заднюю стенку. Подожди. 3 лицевые. Дальше вяжем изнаночную за заднюю стенку. Лицевая. И так 4 раза. Изнаночная за заднюю стенку. Заднюю стенку лицевая. Раз. Изнаночная за заднюю стенку, лицевая 2, изнаночная за заднюю стенку, лицевая 3, изнаночная за заднюю стенку, лицевая 4. Дальше мы вяжем изнаночная, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Накид, изнаночная и 3 петли лицевых, петли симметрии. Так, 19 ряд. Вяжем 3 изнаночные,
7 лицевых. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Изнаночная лицевая за заднюю стенку 4 раза. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночные. Это 19 ряд. И 20 ряд мы вяжем таким образом. Вяжем 3 лицевые. Изнаночная за заднюю стенку. 1 и лицевая. И так 4 раза. Изнаночная за заднюю стенку. Лицевая. Изнаночная за заднюю стенку. Лицевая. 4 раза. И 7 изнаночных. Шесть, семь, 3 лицевые. И вот эти вот ряды с 17 по 20 мы повторяем тоже 3 раза. Вот, вот эти вот у меня петля слетела одна. Вот, повторяем 3 раза, и у нас получится вот такой вот второй на асимметрию. И дальше узор начинаем с первого основного ряда, пропуская 2 установочных. И вот такой вот замечательный узор получается. Изнанка этого узора вот такая вот. Вот. Узор хороший, он годится для любых изделий плечевых. Вот. Ну, желаю вам, мои дорогие, всего самого хорошего. Легких вам петелек. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.